Приветствую всех! С вами Быстрые Новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию в Санта. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание. А не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов?
Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской. Или с жареным лососем. Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая, вкусная и питательная. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом. А то нам захочется есть. Можно начинать. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Трансформатор у стены. Видите? По нему можно забраться наверх. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Весьма неплохо. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Грузовики подъезжают регулярно. Может, угнать один? Через улицу идет технический туннель. Возможно, он ведет к складам. С ним лучше не шутить. Запертая бронированная дверь. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего.
Может быть, это Бакенеко? Бакенеко? Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Кот-призрак? А что, вполне возможно. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Кицуне, Капа и как раз о Баканеку. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. Раз уж мы говорим о детстве, я помню, как первый раз катался на бобере по холмам. И еще первый поцелуй посреди поля синтетической кукурузы. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, и сейчас занимает. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. А как Салага превратился из уборщика сортиров в телохранителя самого Сабуры Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабуре? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов. Арасака сама заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. Если бы не этот шанс, вы так и жили бы в нищете. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципа. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же
Миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию. А как же дети из ЧБ-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в Канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Давайте закроем эту тему, я устал спорить. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клана, не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханака сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. We'll be right back.
Стоп. Иди работай, не пугай народ! Ты не имеешь права. Не имеешь права, говорю. Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. И зря же я пришел. Очень хорошо, я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью. Ёбище лесное! Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Зря же я пришел. Очень хорошо, я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью.
поднялся по трубе. Захожу. У меня тоже все хорошо. Патруль прошел мимо. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Thank you.
Хера себе махина. Выходи, не бойся. Мы тебя не тронем. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай.